27 февраля впервые в Чистополе по инициативе руководства Государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника стартовала акция «Культурные выходные». В последнее время Чистополь становится все популярнее среди гостей, туристов города, которые приезжают к нам не только из городов республики, но и из российских городов и даже зарубежья. А вот местные жители, чистопольцы, как и нам показалось, посещают не так часто, как хотелось бы, наши музеи. И мы предоставили им такую прекрасную возможность. Тем более эти акции действуют специально по субботам и воскресеньям, чтобы семьи могли спокойно, не отпрашиваясь с работы, посетить наши музеи и провести свои выходные культурно. В рамках акции «Культурные выходные» чистопольцы в субботу и воскресенье каждой недели до 27 марта могут посетить обзорные тематические экскурсии под названием «Купеческий Чистополь» и «Чистополь литературный». Также горожане всей семьей могут побывать в Музее истории города и Мемориальном музее Бориса Пастернака, почерпнуть для себя много ценной познавательной информации, окунуться в прошлое родного города. 28 февраля, на следующий день, мы уже приняли первых посетителей музея по этой акции, что, естественно, не может не радовать.